Дорогие друзья, мы движемся дальше. И третье приветствие сегодняшнего финала. Сыктывкарский государственный университет. «Ананас». А команда КВН «Ананас» впервые подобрала костюмы к музыке. А что не так? Здравствуйте. Вообще-то Надежда Кадышева тоже однажды имидж поменяла. К финалу надо усиляться, поэтому сегодня за нас впервые играют ноги. Настя, а почему этот зритель видит только 30% твоего туловища? Вопрос в другом. Почему зритель видит 80% вашего туловища, а остальные 20% уже обрисовал в голове? Вам в таком виде только в Амстердаме на улице Красных... Партизан? Партизан! О, вы позорите меня! Вы позорите команду! Настя, мы остались такие же, какие и были. Вау-вау-вау-вау-вау! Откуда такие девочки? Привет, красавица! О, привет, солнышко! О, господи, сори, православные. Вот видите, теперь никто всерьез нашу команду не воспринимает. Мы не выиграем финал и не поедем в Сочи. Настя, если нужно, мы сами себе на Сочи заработаем. Ахаха, вы-то да, вы заработаете. У нас песня про то, как несколько промилле в крови изменяют зрительное восприятие. На дегустации вина я вас там встретила тогда, но вы вдвоем. У вас тоже двое. А где дегустация вина? Так, стоп, стоп! Быстро трезвее, вы позорите всех. Эта песня в наш сценарий не пойдет. Ну ты и милка. В смысле? Фиолетовая корова. Так, без обид. А у нас впервые социальная сценка. Последний день Марины Истиховской в Госсовете. Ну, кто из вас будет Истиховской? Настя, ну ты вообще нормальная или нет? Нам еще в СГУ доучиваться вообще-то. Настя, давай ты сыграешь Истиховскую, просто из нас троих ты самый положительный персонаж, а мы... Плохие девчонки из неэффективного вуза. Да. Да. Девочки, а что, долго еще? А то у меня как бы ноги мерзнут уже, а? Ну, конечно, понадевали всякую ерунду, а теперь мерзнем! Настя, Настя, давай не будем ругаться. Ведь все в зале понимают, что мы с Надеждой опустились на моральное и социальное дно только потому, чтобы поднять настроение 500 зрителям Коми-Республиканского театра оперы и балета. Команда КВН «Ананас», спасибо! Ну что, спасибо, «Ананас», Сыктывкарский государственный университет. И четвертое приветствие из пяти. Команда Сыктывкарского лесного института. Брюс Ли. I am on high. I reach for I am on high. Into the sky. I charge on into the sky. I am on high. Команда КВН Брюс Ли. Здравствуйте! Что ж, друзья, по итогам игры одна команда отправится в Сочи. Одна команда в Инту, одна команда в Оркуту и две команды в СГУ. Друзья, интрига! И для начала представьте, городской парень на сельской дискотеке. Thank you.
сейчас песенка про моего дядьку из Помоздина. Николай завяжется, Николай развяжется, кодировка, как всегда, ненадежной кажется. Так, стоп! Что ты знаешь о Помоздино, цыпочка? Сейчас я зажгу. Во! Вечная чашка, да! Мудор ты, муна! Это финал! Здесь никто так не делает! Ты не с тобой, что ли? Ты что танцуешь, как девчонка? Вообще-то я мужик. Угу, этот мужик, чтобы от армии откосить, со Славиком встречаться начал. Армия тут вообще ни при чем. И вообще-то, с помощью своего танца я могу цепануть кого угодно. Ой, да пожалуйста. Случай в клубе. Друзья, я, как истинный сыктывкарец... Кто истинный сыктывкарец? Сейчас мы проверим, насколько вы сыктывкарец. Что из перечисленного не является вузом? А, ну тут все понятно. Не торопитесь. Правильных ответов может быть несколько. Давай дальше. Кто из этих людей является солистом группы «Рамштайн»? Ланцер, Ландер, Шнайдер, Райхель. Райхель? Неверно. Она барабанщик. Внимание, очень важный вопрос. Кто из жюри самый симпатичный? Вариант номер один. Верно. Козлов. Фух, мог бы не угадать. Да не мог бы. Это был истинный сыктывкарец. Увидимся. Друзья, знаете, сегодня вот прям все подсказывает нам об удаче. Вот я, например, на игру шел и подкову нашел. А у меня тарелка разбилась. А я счастливый билетик в автобусе получила. А мне черная кошка дорогу перебежала. Да, Катя! Ну, Кать! И такая поворачивается и говорит: «Брюс Ли выиграет!» Команда КВН «Брюс Ли», верим в приметы! Это была команда «Брюс Ли», Сыктывкарский лесной институт. Завершающее приветствие сегодняшнего финала. Город Инта, команда КВН, Никита любит салатик. Замахло Интой, неделям отбой. Чувствуете, да? Чувствуете, приближается опасность.
Сейчас клеточки вашего мозга скажут «Oh, help me!» Потому что мы сегодня вас будем удивлять. Вы прекрасно понимаете, мы не могли это все держать себе. Потому что сегодня финал, ответственная игра. Привет, Сыктывкар! Ну что ж, выше нос, длиннее уши, поехали! Choose your destiny. Flawless victory. Так, стоп! Как-то не вяжется. Давайте по старинке. Давай. Так, я не понял, кто ты такой? Вот-вот, и я думаю, кто это стоит тут, НВК прикрывается, тоже мне ведущий, да? Па! Настя, я не про ведущего. Да? Так вот, кто ты такой? Я ребят, говорю... ребят, зырьте, у ведущего четыре ноги! Настя! В лоток! Капец! Кто ты? Я Вася, ваш звукарь. Отбивка! Антошка! Подожди, а кто сейчас на звуке? Никого. Ну и правильно. А зачем? К тому же, два человека мне сказали, что я гениален. Какие же они слепцы. Девчонки, выходите сюда, все сюда. Дима, ты тут стой. Не поверите, Вася будет с нами выступать на одной сцене. Ура! Молодец! 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 Антон, миниатюры, шутки, номера. Ты права. Приступаем к тираде фееричных миниатюр. Нет, ну не так официально, конечно, но мне нравится. Этот лоскуток предвещает нам финальные глупости. Привет. Привет. А ты что здесь красивая такая стоишь? Ну, мама с папой постарались. А что, сама одеться никак, да? Господа, ну а пока где-то в лесу ежик ест колбасу, мы вам сейчас покажем случай в Голландии. Слушай, у меня такая мамба прикольная есть. Хочешь, познакомлю? Пошли. Только не пались. Че вы стоите там на звере, нет, проходите. Проходите, проходите, и вы не хотите, не проходите. Есть будете? Ну, конечно же, да. Пойду бананы сварю. Зачем? Ну, они ж в кожуре надварить. Мяу. Смотри, смотри. Кот наоборот. Видимо, к дождю. Мяу. Дождь, дождь, сгоняй за солью. Блин, я забыла, зачем я ходила, но я, кажется, там дом построила. И я в нем уже живу. Дорогие друзья, когда мы приехали к вам, Инта нам говорила,
Без победы не возвращайтесь. Можете в Сыктывкаре оставаться. Не, ну в принципе нас два варианта устраивают. Решайте с вами, сами. С вами была команда КВН. Никита. Любит салатик. Город Инта.